Рекордное число приморских школьных команд участвует в краевом фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Ребята приехали во Владивосток, чтобы продемонстрировать физическую подготовку в тестах на гибкость, выносливость, силу и скорость. Приветствовал гостей фестиваля заместитель министра физической культуры и спорта Приморского края Дмитрий Граф. Дорогие друзья, комплекс ГТО активно реализуется не только на территории Приморского края, но и на территории Российской Федерации в целом. Этот год, 2024, объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным годом семьи. Обращаясь ко всем родителям, обязательно поддерживайте своих родных и близких, приходите на спортивные соревнования. Ваша поддержка им просто необходима. А наша задача – сохранять традиционные ценности и с раннего детства прививать у ребенка любовь к спорту и к своей родине. Для участия в краевом фестивале ребята сначала прошли отбор на муниципальном уровне, где определили 3 лучших мальчиков и 3 девочек для дальнейшей борьбы. На церемонии открытия наградили золотыми знаками отличия приморцев, успешно выполнивших спортивный комплекс ранее. Напомним, стать участником движения ГТО могут все желающие в возрасте от 6 лет, имеющие медицинский допуск. Подробную информацию можно получить в региональном центре ГТО Приморского края по адресу Владивосток, улица Батарейная, 2, спорткомплекс «Олимпийский». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.